Анализ аварийности в муниципалитете, проведенный сотрудниками госавтоинспекции, свидетельствует о системных нарушениях законодательства при осуществлении пассажирских перевозок. В целях своевременного реагирования с 27 июля по 2 августа на территории Ленинского городского округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Такси». Произошло 5 ДТП, в которых участвовали водители такси. Из них в 4 по их вине они совершили. Это были и наезды на транспортные средства, и перевозки пассажиров пострадали. И водители на детей, был один наезд на ребенка. Водители также в неположенных местах совершали развороты, обгоны, ну, ряд нарушений, которые действительно водитель такси совершает. Инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками управления государственного автодорожного надзора уже третий день проверяют таксистов. Низкий уровень знаний правил дорожного движения, неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, а также случаи незаконной перевозки запрещенных предметов негативно влияют на безопасность дорожного движения. Проверено 400 автомашин, 2 автобуса помещены на штрафстоянку. Основные нарушения – отсутствие путевого листа, отсутствие тахографа, отсутствие лицензии. Нарушителям грозит штраф от 1,5 до 500 тысяч рублей. Пока не закончится административное расследование, таксисты не смогут забрать свое авто. Стоит отметить, что в Ленинском городском округе каждый день сотрудниками госавтоинспекции выявляют минимум 5 подобных нарушений. Те водители, которые действительно управляют такси, немного забывают о правилах дорожного движения, отвлекаются на гаджеты, на свои, на пассажиров отвлекаются. И цель мероприятия – как бы поставить их немного, вспомнить правила дорожного движения, чтобы следили за дорожной обстановкой. За 3 дня рейда было выявлено 33 правонарушения в сфере дорожного движения водителями такси. На штрафстоянку эвакуировано 6 единиц техники, 2 за нарушение правил парковки и 4 за управление транспортным средством без соответствующих документов. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Виктория Никольский, Видное ТВ.